Всем привет! С вами Клейс. Ну что ж, и сегодня я вам покажу все секреты, которые я знаю в магазинчиком в желтом. Вот. Ну что ж, а мы начинаем. Итак, все у нас все есть. Теперь просто нажимаем играть. Вот я вам сейчас покажу все, все разные. Итак, ну тут у нас ничего, в принципе, нет. Все заперто. Тут тоже все заперто. Ну и если вы хотите попасть сразу на приключение Пикмана, то вам нужно нажать вот, вызвать лифт, и потом уже как раз-таки в него войти и нажать. И тогда вы попадете на четвертую главу. Тут просто какая-то песенка. Ладно, пойдем дальше. Второе, что тут есть, это то, что его можно постирать. Но совсем не то, смотрите. Если мы много будем раз нажимать, у нас будет глаз. Вот он. Если мы его возьмем один раз, потом отбросим, возьмем второй раз, то будет скример. И так далее. Потом мы просто опять-таки просыпаемся и больше ничего. Также есть дар врача, который после 12 душ разблокируется. Этот малыш. Еще также, если мы поднимемся на второй этаж, вот сюда, и откроем, то казалось бы, тут ничего нету, но если мы откроем вот эту книжку, то увидим ключ. Но дело в том, что этот ключ, он никуда не годится, то есть не вставляется. Он просто есть вот такой ключ, и все. И последнее, что я знаю, это вот то, что вот эта тыква, с помощью вот этой тыквы, можно поменять младенца. Вот он. Жирный такой. Жирный. Так что тут ничего больше нету такого классного. Тапки всякие и так далее. Ладно, если вы не верите, то что там можно попасть в главу Пикмана, то я могу вам доказать. Вот сам силуэт. Кстати, интересно, подойдет там ключ? Сейчас. Мышь там отдыхает, видим. Нажимаем спуск. И потом ждем. Да, и также ссылочка, короче, на мой второй канал будет в описании. Вот, короче, безумие Пикмана. И дальше просто нажимаем начать. И все, мы появляемся тут. Пожалуйста. Ну, у нас уже ключа нету. Ну, в принципе, это на этом уже все. Больше тут ничего нельзя. Не потрогать, ничего. А
Пикмен. И вот он с нашим ключом бегает, короче. Тут вроде тоже никаких секреток нету. Вот. Давайте я вам трек, кстати, сыграю. Смотрите, короче, вот это первая пластинка. Она звучит очень классно. И вторая еще там есть секретная. Сейчас поставим. Все включаем. Что ж, а на этом мы будем заканчивать. Всем спасибо за просмотр. Всем пока.